Продолжаем рассматривать Blender 2.81, и в этом ролике именно вопрос симметрии. Погнали. Вот есть персонаж, вот такой вот, и есть одна сторона костей. Нужно их отзеркалить на эту сторону. Первый способ — это мы переходим в Edit Mode, нажимаем английскую B, выделяем вот эти кости, которые нам нужны, или через Shift, которую Shift — левая кнопка мыши, которая кость не выделилась. И теперь можно нажать Shift D, и вы увидите, что вот появилась кость. Теперь можно ее просто развернуть на эту сторону, как я раньше делал. Но есть еще один способ. Выделяем вот эти кости. Вот так вот, через Shift зажатый щелчок левой кнопкой мыши. И теперь правая кнопка мыши, и находим симметрия. Вот симметрия. И вы видите, что все отзеркалилось, все быстро, все прикольно, все уже соединено, как и эта сторона. Вот такой вот быстрый способ. Также можно проделать это дело и с ногами. Выделяем вот так вот ноги, выделяем вот эти кости, допустим. И жмем правая кнопка мыши симметрия. Все соединилось, все, модель симметрична с костями. Все, всем пока, до свидания.